Связист ТВ. Узнай новости первым. Праздничные мероприятия в юбилейный для Кстовый день города проходили на нескольких площадках. В обновленном парке «Октябрь» представили литературно-музыкальную программу «Край родной». Жителям предложили на выбор несколько творческих направлений – музыку, стихи, рисунки и танцы. Под звуки военно-духового оркестра вместе с воспитанниками студии спортивного бального танца кстовчане учились танцевать классический и венский вальс, а еще изучали латиноамериканские па. День города в парке «Октябрь». Любой желающий может не только посмотреть на танцы, но и сам в них поучаствовать. Мы устраиваем определенные мастер-классы, где приходят люди, которые вообще не знакомы с танцами. Ну, конечно, это наши родители, но они приводят детей, иногда не умеют танцевать. И, в принципе, все учатся, было бы желание. Дети приняли участие в мастер-классе по рисованию акварелью и росписи по дереву, который провели художники Кстовского центра народной культуры «Берегиня». Творческие навыки действительно очень важны в том плане, что они развивают общий кругозор. И очень важно какую-то маленькую тонкую, да, как бы частичку заложить в маленького подрастающего человека, чтобы в дальнейшем он смог уже определиться и осознанно сделать свой выбор. Даже, может быть, это как-то повлияет на выбор будущей профессии. Я нарисовал спортивные Митсубиши, заниженные спойлером, с нитро. Очень опасным нитро, который едет до почти 300 км в час. Птичку. А почему черного цвета? Захотел черного. Тебе нравится черный цвет? Да. Ну, это какой-то непраздничный цвет. Сегодня же все-таки праздник. Ну да, больше мне нравится фиолетовый, но у меня на втором месте черный. Понятно. А ты знаешь, какой сегодня праздник? День города. Какое у тебя сегодня настроение? Хорошее. Как ты проведешь этот день? Я хотела сегодня на салют пойти. Для любителей читать организовали буккроссинг – площадку для обмена книгами. О красоте родного края рассказала фотовыставка кстовских фотографов. Ну а главной частью всей программы стал литературно-музыкальный концерт. Нежные и проникновенные стихи Маргариты Шуваловой, юмористические произведения Михаила Садовского и, конечно, всем известные песни советской эпохи, спетые душевно под гитару. Программа такого формата стала новшеством для Кстова, когда на одной площадке гости могли выбрать себе занятия по интересам, с пользой провести время и поздравить друг друга с общим для всех праздником – Днем города. Екатерина Политова, Евгений Мельников, Андрей Ерастов, Связист ТВ.